Мы в эфире? Да, должны быть. Ну-ка, нам там посигнализируйте. Да, друзья, здравствуйте. Приветствую вас, где бы вы ни находились, в нашем виртуальном концертном зале во всех точках нашей замечательной планеты. Так, я одного уже вижу. Да. Я вижу двух Стас Петербург. Да, смотрим. Стас Почебут. Алексей Лисовский, Алекс Лисовский, Германия. Лариса Картузова, Дмитрий Георгиевский, Лара Маслова, Ольга Лебединская. Собираемся. Очень хорошо, очень приятно. Надеюсь, что вы хорошо уселись, устроились или улеглись, как кому удобно, там развалились в кресле. Очень хорошо. Припивая там чаек или, может, еще какой-нибудь другой напиток. Алекс Лисовский, добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Что? Прям написал, не просто появился, еще написал. Да, пишите нам комментарии, нам очень приятно их читать. Пишите, как нас видно, слышно. Можно ли петь уже? Или можно еще поговорить? Вот. Так, для наша передача немножко историческая, потому что каждый раз я исполняю не одну, одну единственную песню своего репертуара, который понаписал в своей жизни. Вот сегодня покопался в памяти и нашел песню под названием «Сосна». Она была написана... Дмитрий Георгиевский пишет, что он не Георгиевский, а Георгиевский. Я прошу большого прощения у вас, Дмитрий. Да. Будем знать. Георгиевский. Георгиевский он, да. А я его Георгиевский. Я его Георгиевским обзывал. Но мы... Написал, что Георгиевским меня зовут зубные врачи. Но мы не зубные врачи, мы будем Георгиевским. Да, Лена будет меня поправлять. Хорошо. Кстати, если кого-то мы неправильно называем, это... Да, пишите нам. Пишите. Ришат Гатаулин, привет, пишет. Саша Зурбаганский. Вот. Ахой. Ахой пишет. Саша Зурбаганский. Я тебя перебила. Да нет, я вспомнил про Горбач и Горбач. Вот, у нас Горбач живет в Беларуси, а Горбач в этом самом, в Перми. Или наоборот. Да, да, все правильно. Вот. Такие штуки бывают, дрюки. Ну, что можно сказать о сегодняшнем историческом моменте, в котором мы с вами собрались и сели, и как бы... Мария Горбач смотрит и слушает себя. И сверяем часы и пульс. Невеселое время, не самое веселое время. Такое, знаете, косьба началась. У бардов клуба «Восток» потери пошли. Борис Полоскин ушел. ЦСКА заводила... Львович, да, Сергей Львович Леонтьев ушел. Кто-то хвастается, что у него внук родился, кто-то ушел, кто-то пришел. Но самое неприятное, самое грустное в том, что от моего имени войска, тех, кто сидит у власти сегодня и командует Российской Федерацией, напали в Черном море и побомбили, грубо говоря, постреляли немножко. Ну как, не немножко, очень некрасиво, мне кажется, все получилось. Обидно, досадно. Ну ладно, ну таковы факты. В общем, мы в напряжении все сидим, чего-то ждем. И сегодня 29 ноября 2018 года. Вот. Но песня будет не об этом. Песня будет о том, какой я был наивный. В общем, как она написана, так она написана приблизительно в 1986 вот так вот году приблизительно. Да? Это так, 85-86 год, когда я только вернулся из армии. Называется песня «Сосна». Ну что, она слышно? Слышно, пишет. Алекс пишет нам, что классный эфир, все хорошо видно и слышно. Хорошо. Германия нас хорошо видит и слышит. They are good. Киев тоже. Mm-hmm.
понял недавно. Я тоже сосна, но не та, что родилась в лесу. Та, что держится в камне, на круче одна. Но я как-нибудь это снесу, ведь я сосна. Сосна, сосна, я сосна. От того, что я с ветром был близко знаком, от того, что на солнце дурел, сладом ожогов на теле моем, но другим бы я стать не хотел. Мне не быть кораблем, под смычком не рыдать, хоть ты плачь, хоть ты бой, хоть кричи. И для дома, где ты сможешь мебелью стать, я сгожусь лишь травами печи, ведь я сосна, 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 я сосна. Ты в краю среди стройных берез, я так рад, что ты с ними дружна. Но смотри иногда на высокий утес, только помни, я тоже сосна, ведь я сосна, сосна. Сосна, я сосна. Я надеюсь, песня прозвучала без перебоев, и еще нам не перерезали интернет, и все еще как-то образуется более-менее. Что могу добавить к песне? У нас есть какие-то сообщения. Лариса Картузова, витание с Киева. Дякую. Геннадий Деминский витает. Карина Старостина, ура, смотрю с самого начала. Отлично. Слава Балясников смотрит, физкульт привет пишет. Да, интересно, что у тебя в кармане-то было, Балясников? Ирма Палагина пишет, самое, ничего себе, что-то, да, самое любимое место пишет. Где, сосна? Не знаю, Цей, может быть. А, Цей. Или что? Ну, вообще, Алекс Лисовский пишет, отличная песня, отличный вечер. Спасибо, друзья, порадовали в очередной раз. Вот, у нас еще есть песня, еще мы повстречаемся. Вот, а для тех, кого будет шанс оказаться 20
Вот, 20 декабря в городе Санкт-Петербург. Вот, приходите в ДК «Газа». Приходите в ДК «Газа». Я там буду праздновать 55-й финиш. 55-й забег или полет на челноке по имени Земля вокруг нашего замечательного центра звезды по имени Солнце. Ух, нагородила. Одна пятерка тебе, одна пятерка мне. Да, да, я осталось мне только представить нашего оператора эфира Елену Пинчук, без которого это все бы не состоялось. Кто нам светит, снимает, фиксирует. Марина Лебедева пишет: «Привет из Питера». Спасибо. Марина, мы тебя ждем в ДК «Газа». Да. Вот. Причем ценовая политика у нас такова, что, в общем, от самых богатых до достаточно бюджетных людей могут туда попасть. От 300 рублей до 2,5. Кто во что горазд. Лариса Павлова смотрит. Привет нам. Привет. Пишет. Лариса, мы тебя тоже в ДК «Газа» ждем. Обязательно. В первых рядах. Надеюсь, вы уже себе приобрели самые лучшие билеты. Да. Что там будет, ДК «Газа»? Я буду хвастаться своими детьми, своей студией «Лампушка», которая покажет спектакль «Маленький принц». «Зорко лишь сердце одно». И между сценами спектакля мы так вот органично впишем с музыкантами. Я постарался собрать всех музыкантов электрических, их можно, какие-то из Москвы специально приезжают. Вот. Даже два барабанщика одновременно собираются работать параллельно. Ну, где-то акустические вещи, где-то электрические вещи. В общем, шоу, специальная команда Аси Дюдяевой делает «Космос» из ДК «Газа», то есть она работает над декорациями. Мы стараемся и ждем. Для вас очень. Ну, а кто не попадет ДК «Газа», например, смотрите песню в 21. Смотрите песню 21, и потом, я думаю, что мы из ДК «Газа» все-таки сделаем какие-то вырезки, или целиком покажем весь концерт в интернете. Но главное, конечно, лучше всего вживую пообщаться, увидеть ваши глаза. Лариса Картузова пишет: «Вы на редкость позитивный человек, Михаил». Я позитивный. Где берете? Очень надо. Не видели вы меня в этом как-то в ярости? Да, в ярости я прекрасен, в ярости. Вот. Там будет все дойти. Это он с вами позитивен, а с врагами он сердит. Да, я сегодня бегаючи забежал на Посадскую, дом 12, и один из первых скверов, который мы, скажем, даже не то, что спасли, а организовали. И там увидел еще сохранившуюся, это десятилетней давности, табличка «Зеленая волна». Приятно видеть, да, свои деревья в целости и сохранности. Вот. Позитивный, да. Тогда мы сильно дрались с ним. Никакой позитива не было. Вот. Наверное, уже заболтался. Друзья, обнимаю еще раз. 20 декабря приглашаю. Возможно, перед 20 декабря мы еще напоем. Татьяна Шишкова смотрит. Да. Это хорошо. Приходи, это... Татьяна. Приходи, Татьяна, и зови своих друзей, своих как-то соработников, собутыльников и Содеятелей. Да, они лазают на Эльбрус. Как-то солазальщики. Сокарабщики, они же карабкаются. В общем, вот этих всех сотоварищи, да, всех цейских, всех эльбрусских, всех. Увидимся. Всех. Отметимся. Горцев. Горцев, равнинцев, моряков. И еще раз мои, я не знаю, соболезнования, извинения за то, что тесно сегодня нам на море. В Черном, в нашем Черном море. Азовском. Там это самое, их побили, ну, там, в Черном. Они не вошли в Азовское, насколько понимаю. Ну, они хотели попасть в Азовское, значит, перекрыли дорогу в Азовское, догнали в Черном. И вот это столкновение, и пальба, это все было. Насколько я понимаю, может, я что-то ошибаюсь. Поправьте меня, друзья, если я не прав, там в комментах. Ну и ваши, может, соображения. И еще что хотел. А, может быть, мы... Наверное, ВКонтакте бросим эту песню «Сосна» в 30-летней давности в студийном варианте.
записанную, наивная, в общем, какая она есть. Может быть, ну и текст кинем. Все, заболтался. Сильно обнимаю, прям крепко, позитивно. До встречи. Пока. Завершаем.